Для нас огромное удовольствие вновь поздравить, встретиться с вами, отметить ваши успешные выступления в российских и международных турнирах по волейболу сезона 2016-2017. Ну и, конечно, финальный матч чемпионата России. Я имел возможность позвонить даже. Вы показали красивую игру. Бескомпромиссная игра была и убедительно доказали, что вы самые лучшие. Вот Асхат Ахметович мне сказал, по количеству побед вы уже в истории российского волейбола превзошли всех, кто до этого был. И это, конечно, огромный успех. Мы искренне благодарны и радуемся вместе с вами. Вот ваши победы – это «Зенит Казань», сезон 16-17, победитель Лиги чемпионов, чемпионат России, обладатели Кубка России. Ну и, конечно же, все болели, ждали. Я считаю, что это хороший пример для развития волейбола. Сегодня более 40 тысяч человек занимается волейболом. В детских дошкольных наших спортивных школах, четыре с половиной тысячи человек. Конечно же, это огромная работа тренерского состава, команды, которая обеспечивает спортсменов всем необходимым. Спонсоров Рафхат Абдулхаевича здесь нет, он уже звонил мне тоже. Значит, очень радостный. Алексей Борисович вчера ему звонил. Огромное спасибо, значит, Миллеру. Значит, акционерный «Газпром», который тоже поддерживает нашу команду, ну, все, кто связан, наши, значит, коллеги, которые очень сопереживают и активно принимают участие во всех ваших победах. Ну и отдельно я хотел бы обратиться к нашим прекрасным девушкам, команда «Динамо Казань». Сезон тоже вы являетесь обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола, серебряными призерами. Ну, были близкие, но, знаете, все время быть первым очень тяжело. Но как бы потенциал есть, мы в вас верим, и мы тоже гордимся вашими успехами. Я считаю, что выступите и в Европе, и так достойно выступить на российском чемпионате. Мы знаем, какие силы стояли против вас, поэтому я считаю, что вы сделали очень много. Вы тоже являетесь примером для нашего подрастающего поколения. Тоже огромная работа тренерского штаба, команды, спортсменов. Ну и, конечно же, опять-таки спонсоры, которых Асхат ищет, находит. Значит, это тоже очень важно. Я не мог не пригласить, не высказать слова благодарности от имени болельщиков. Мы все болельщики ваши. От имени руководства республики, вот Фарид Хайрулович, значит, тоже, значит, возглавляет, популяризирует волейбол в республике. Вчера он говорит, я должен тоже принять участие в этом событии. На самом деле очень важна и поддержка. Мы понимаем, что иногда судейство тоже может изменить ход игры, и авторитетные представители республики, они некие гаранты, в том числе, и чтобы не было каких-то непонятных решений. Мы уверены, что потенциал наших команд, и мужской, и женской, огромный. Значит, слова вам благодарности и аплодисменты. Итак, внимание. Вот так. Поближе.